Привет, мужики. Да-да, мужики. Да, работаем, работаем. Яму убиваю. Давай, руби. Я лечу, но скопить. Хорошая работа, мужики. Как это можно проигрывать? О, господи, что за игра? Это самое. Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и это «Дорога к 3000 Элла». И это продолжение предыдущей серии, потому что я собрал команду. Рассказываю для тех, кто не смотрел прошлую. Я собрал команду среди простых рандомных игроков, и сегодня я продолжаю играть с ней. В прошлом выпуске мы выиграли 96 Элла. В этом я постараюсь сделать больше 100. Но чтобы это сделать, нужно забыть про вот эту вот штуку. И должна быть полная концентрация КСу. Ну а я вам желаю приятного просмотра и аппетита. Ну а самое главное, ну, лайк. Можно, пожалуйста, лайк? Пожалуйста. Ну что, давайте начинать. Хорош. Так, здесь у нас карта Мираж и Нидерланды. Пинг 100. Пинг будет около 100. Спасибо за такую локацию, мой любимый капитан Сузуза. Привет, мужики. Да-да, мужики. Привет, работаем, работаем. Точнее, будет воспринято. Короче, ладно, мне нельзя разговаривать. Да, я согласен. Слушай, там на тикете челик кинул ванвей и встал в него. Запомните то, что если смог на тикете, значит чел наверху сидит. Окей. Окей. Вот это, так понимаете, у вас на бумажке должно быть написано сейчас. Да, у меня вот есть бумажка, написано 10 утра пресс качат, потом бегит. Бегит. I flash jungle. Вот jungle, вот jungle. Сейчас не пикаем. End City! Ой, End Stairs. Какой сити? Как это можно проигрывать? Как это можно проигрывать? Вот сейчас он будет здесь, смотри, вот это мясо. Смотрим. Хорош. Андрей пачка. Ты чего убил? Сити убил. Это убили. Я стерзал. Блять, ну что это нахуй ты обернулась, блять? Что за граната? Ай, прошей, да. Долбоёб, блять. Пиздец, просто оранжевый. Блин, ребят, давайте что, просто блядь, вот так сделаем. Потому что Нед такой токсичный ребенок. F1. Я не знаю. Найс! Да. Убил окон. Андер никого. Андер никого. Сайте. Сити. Окей. Чё я тут бумажу? Это худшая катка за последнее время. Ну такая же у нас катка получается. Мираж, Нидерланды. И сейчас будем возвращать это потраченное элло в никуда за прошлую команду. Астрай. Убил окно. Джангл дед, ласт шорт. Найс, гэд дед. Бейслер, бейслер, бейслер. Чёрт дед. Справился, справился, справился. Найс, гэд джоб. Хорош. Дед. Эндерстерс дед. Найс. Гластерс. Don't peek, don't peek, don't peek, don't peek. 10 секунд, death hit. Хорош. Хорош. Под фоном, guys. Фон. Фон и ковры. Найс. Аккуратно мид. Power B. GG. GG. Давайте спускаться. Ужасная игра. Ну, ладно, забыли про прошлую игру. Элла вернулась. Следующая катка. Германия. Даст 2. Уже что-то интересное. Понял. Бери ник. Флашерте. Меня убили.
Еще близко. Хорош. Один в один. Один в один. Он неадекват, он бежит в молик. Двое рампа. Справа, лево. Молодец. А плюс вы идите нахуй, давай быстрее. Он командует нами, ребята. Хорош. Да. Хорошая работа, мужики. Хорош. Два лонг. Прямо сейчас. Не, просто идти на лонг в последнем раунде — это трэш. Эти качели меня раздражают, и карты Мираж тоже. Ну а мы запускаем эту карту и будем пытаться вернуть потерянное элло. Худшее, что может быть, это выигрывать и проигрывать. Я сейчас убью яму. Яму убиваю. Давай, руби. Хорошо. Туда его! Убил мид. Nice. Вот так, yeah, вот так, вот так, okay. Работаем. Один иду. Кон закрой, кон убили. Не зайдет. Хорош, возможно, сэндвич. Хорош. Если вы проиграете на раунд, я ухожу с катки. Свести перестанет, все. Короче. Проиграли еще один матч. Павел у нас минус в этом выпуске. Мы взяли сейчас команду вот этого парня, Декукит и Фейса. Да, из противоположной гребаной команды. Да, это возможно, представляете? Очередная катка до Мираж и... Блин, у нас 2050 элла. Куда мы катимся? Куда мы катимся? Давайте, три катки подряд, и мы должны быть в плюсе. Два кт. Я в андроиду. Вот, один лохб, одно, а убили. Я в андре. Один, 5 хп у него. Nice. Хорошая работа, команда. Врыем. Кичен может тянуть. Джангл убили. Фаербокс. Ой-ой-ой. Андерфист. Я лечу, но скопить. Боже, хорошо. Что я сделал? Что ты двоих? Бит может, бит может. Еще джангл. Два нет. Лафлоу. Куда лезет? Куда лезет? Господи. Джангл, джангл, ребятки. Хорош, хорош. Апсы еще. Лосы все. Да, он топал. Вот здесь. Хорош! Выйти с раунда. Не, ну я такой мусор. Ну да. Не зря 2600 слил. А спонсор сегодняшнего ролика — это GG Drop. И опять же, если раньше это был сайт, то сейчас это уже и приложение. Если вы хотите открывать кейсы в любом месте, где вы хотите, главное с интернетом, вы можете это делать в приложении на андроиде. Там есть специальные бонусы, промокоды, акции, которых нет на сайте. Ну а также сейчас там активен Wild Event, где за каждый депозит 1 рубля вы получаете 1 поинт. Эти поинты вы тратите на пули, а вы дальше выбираете мишень, стреляете по ним и получаете ценные призы. Что самое главное, это все в кэшбэке. А с моим промокодом вы получите бонус к пополнению. Ссылочка и промокод есть в закрепленном комментарии этого ролика. Так, ребятки, следующая карта — вертика, возвращаем гребаный элло. Давайте, катка на возврат элло за сегодняшний выпуск. Кошмар, здесь шестая катка, да? Он по времени, хорош. Сверху вас. Найс. Сейчас взрывается. Найс. Энта. Он, сори. В сайте также. Смотри, шоу. Найс. Найс. Он где сейчас?
Хорош. Бег экран. Не вижу, не вижу. На Емис. Мидл есть, мидл. Подай, стопает. Найс. Господи, что за игра. Это самый лёг. Так, пошла жара, мы подняли Элла, и теперь у нас плюс 3 за этот выпуск, и мы играем сейчас катку на Мираже, грёбаная карта. Мид есть, мид вышел. Я убил Пелос, ребят, у них закуп, у них фулл закуп. К вам идёт, хорош. Найс. Шок дал, Андер может быть лёрк. Андер чистый. Двое Тетрис, еще один. Еще один. Убили. Под стерсом, под стерсом. Хорош. Еще два. Я умрёшь? О. Убили три, Андер. Хорош! Что это за поты против нас, я не понимаю. Сколько его дают? Видел. Право. Право. Черт. Ладно, я перемудрил какое-то говно. Я че за трэш? Ласт шорт. Лоу дал. Надо бежать, надо бежать. Найс, кто еще бы. А, двое кухни. Вся информация, двое кухню. Вышел. Первый есть и мейн. Найс. Тетриш. Найс. Найс, хорош команда. Хорошая команда. Я все. В смысле, ты все? Не-не-не-не, давай еще. Наконец-то игра в плюс, и сейчас мы играем Overpass. Господи, Overpass — это ведь карта, о которой многие уже забыли. Она существует. Еще. Лонкаут. Хорошо. Да-да-да. Ставим его. Хорош, команда, хорошая. Не, шок соло. Вода один, вода один. Блин, меня. 5 хп, 5 хп. Отличная работа, команда! Лонг мне не создает. За комбо стрел. Хорош. Все лагает, ГГ. Нет. Сейчас выиграем, сейчас выиграем. Ребят, я тебе говорю, это очень легкие игры. На воде в итоге типа убиваю. Конечно. Наконец-то. Продолжаем играть, и прямо сейчас у нас Ancient 2145 Элла. Давай. Найс. В прыжке убивают. Нет, не в прыжке. Голову дал в прыжке. Молодцы, хорошая команда. Смотрите, 5-2 в 3 в 1. Вы довольны? Халява, халява. Нет. Нахер ты это смог дал? Чтобы уйти. Изи! Блин, это вантап машина, шо? Как же я их добавил? Вантап машина, чел. Сзади, 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 сзади. Да. Класс. Хорош! Да, что это? Прочекай там, короче. Окей. Тихо. Как можно, а, как можно так долго играть, чел? Двое, еще один, дека. Слева. Но шок такое не прощает. Что за бред, да? Да есть, нет? Есть, хорош. Нет, это есть для шока. Рампа. Не пачка, ё-моё. Рампу. Каленый дек. Найс. Хорошая команда, работа. Хорошенькая, еще одна залетела. Еще одна идем? Да, еще идем. Ну как можно не идти с такой статистикой? Карта Инферно, и сейчас, если я выиграю эту катку, у меня будет макс Элло за всю историю моего фейсита. Мы первым же делом кикаем Dust 2 и Мираж. И вот что у нас получается. Реально интереснее игры из-за того, что это не эти карты. Надеюсь, закон подлости не сыграет здесь злую шутку. Давайте, мужики, работаем. Не пикай, Эрик. Я не пикаю. Один хаф, один лоу. Ай-яй-яй! Это как? Хорош. Сармор.
Не умирай. Найс. Ой-ой-ой-ой. Банк. А, еще банан. Ой, библиотека, точнее. А, двое сайт. Тебе совет надо. Я потом за ним. Сейчас очередь. Боже, ну и... Меня ОП шорт идет. А, 5 хп, 5 хп. Ох, сейчас будет мяско. Скорее всего. Не пикай, бро. Я пошел. Шорт, 5 хп. Еще лоу хп. На балконе. Ой. Вот это я понимаю прием. Вы команда. Last long. 30 хп, 30 хп вместе. Отличная работа, команда. Команда. Читаешь? Нет. Давай, давай вместе выйдем. Я прыгаю на тюрьму. Не вижу. Шорт. Хорош. Хорош. Банан. Не релот. Он у вас в упоре. Лонг, у вас тип биту, идите, идите на, пожалуйста. Идите на, у вас тип яме. А, господи. Ну что-то фобсом научился. На миду авик. Ну. Тихо, почти не знаю. Ребятки, мы сейчас проиграли как раз из того, что мы не знали. Фобс, ты будешь молчать дальше? Не, Фобс. Не. А что это сейчас было? Хорош. Не, Фобс, конечно, прикольно. Тропы, тропы. Дефы будет. Хорош. Да, библиотека. Да. Он у меня тут. Хорош. Всё, давайте на балкон, давайте выберем. Убил. А, это наша игра. Да! Да. Нормально бывает. Молли! Яма, Молли. Хорош. Лайбрери, лайбрери! 10 секунд. Сай. Фак, ну это очень хорошая была игра. Ладно, ребят, это шикарный конец для записи. Ой, для конца ролика. Жесткий, давай. Жесткий ролик. Sorry, my bad. Да, бэт ну, не, всех. Я считаю, Киник заруин. Ой, не Киник, а да, это человек, который вышел, конечно. Фобс, да. Фух, жестко. Не, давайте, спасибо за игру. Спасибо давайте. За игры, удачи. Блин, я не знал, что у меня... что у меня... Ситуация один в один, я растерялся. Я не знал, что он умер. Как он умер? Я убил? Да. Вот, у меня сервер злоел, я не видел этого. Короче, Эрик, тебе надо было, когда, если бы ты сразу Малик там дал, там может я другая знаю, была. Да, бы. Да, да, да. Все, давайте. Удачи всем. Спасибо, Эрик. Давай, спасибо. Спасибо за игру. Давайте. Спасибо. Ждем за видео. Спасибо. Давай, пока.